Добрый день, мои дорогие подписчики и друзья. Сегодня я хочу рассказать вам о своих розах. О том, какой у них аромат, о том, как они выглядят, какие у них шипы. Для меня это очень важно, потому что сильно колючие розы не срежешь даже в букет. Оставайтесь со мной, и вы узнаете много интересного. Это роза Леонардо да Винчи, сорт Флорибунда. Я очень ей довольна. Она такая бомбическая. Во-первых, она у меня выросла очень большая, ну где-то 2,20. Даже наклоняется. Я ее выращивала, ну пробовала выращивать на штамбе. Так что это пока эксперимент. Вы знаете, как она цветет долго. А такие цветы прям набитые все. Изумительная роза. Очень ее люблю, шипов нет. Вот она от дождя наклонилась. Аромат тонкий, приятный. А это Анна Каролина. Чайно-гибридная, новенькая у меня. Ей где-то годика 3. Очень красивые коралловые бутоны. Просто вот улетный цвет. Нежный аромат такой. Я довольна ей. Просто вот роза для глаз, для души. Какие-то пряности мускусные у нее в аромате. Вот она распустилась. Ну, шипы остренькие. Но не критичные. Это розочка спрей. Arrow Folies. Ой, она уже лет 8 у меня. Но такая хорошенькая. В полутени растет. Но вот спрей так спрей. Столько бутонов бывает. Она как яркое солнышко. Видите? Колючек нет. Никаких шипов. А это 4 сезона. Золушка у меня. Как-то я ее недолюбливала. Ну, не знаю. Слишком простая, что ли, она. И запаха нет у нее. Ну, ничего. Зато все лето она дуром цветет. Одни бутоны отцветают. Сейчас увидите, какие бутоны заготовила. Посмотрите. Штук 15. Шипы небольшие. А эта красотка тоже фаворитка. Сорт Бордо, Флорибунда. Такая изысканная. Аромат нежный. Вот знаете, как розовое масло пахнет. То есть роза-роза. Очень красивая. Несколько раз цветет за лето. Но шипы, конечно, страшненькие. Плоские. Такие красноватые, как рыбьи плавнички. Аккуратно с ней надо. Видите, вот они. Но все равно я ее очень люблю. А это Абрахам Дерби. Это моя самая любимая роза. Она очень давно со мной, не знаю, 10 лет. У меня 2 кустика. То есть вообще она шрабовая. Называется Клаймбер. Плетистая роза. Ей нужна опора. Тут и клематис рядышком устроился. На солнышке желтоватый преобладает цвет, несмотря что в бутонах розовые есть. Очень приятный запах. А это вот в тенечке розовая. Ароматная. Ну, шипы тоже, конечно, есть. Это красная магия. Она у меня этой зимой немножко подмерзла. Поэтому высоту не взяла. То есть низкорослый кустик. Еще и папоротник ее придавливает сзади. Но цветы, конечно, божественные. Приятный аромат. А вот шипы редкие, небольшие. То есть для срезки она вполне.
вполне пригодна. Сегодня я рассказала вам о своих розах, о том, как они пахнут, какие у них шипы, и показала вам. В следующий раз я хочу сделать видео о своих клематисах. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, ставьте лайки. Будем вместе выращивать красивые цветы. Всегда вам рада!